Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет очередной роллинг на аккаунте моего подписчика. Будем пробовать паролить под акцию коллекционер героя, выбить что-то интересное, достойное. Может, упадет Анубис, собрать Арктику. Ну, конечно, 32 косамов — это что-то нереальное. Максимум, что я сегодня, точнее, минимум, за что я сегодня получал, это, по-моему, в районе 40 косамов было. Ну, ничего, попробуем, может, там упадут герои. Так, смотрим аккаунт, что тут у нас есть. По героям тут, ну, есть последний герой, Ронин даже есть в запаске. Так. Так. Анубис, отлично. Стрелок, отлично. Тыква, отлично. Череп, хорошо, хорошо. Хорошо. Нормально. Так, нормально. Отлично. Ну, такое себе. Так, не то, не то, не то. Все, пошли допы. Да, пошли допы. Ну, в принципе, неплохо. Так, смотрим, что у него по подземочкам. Пятые подземки. Так, по волнам. Отца волна. Тоже неплохо. Отлично. Ну что, поехали. 136-165. Попробуем рыльнуть. Так, есть один. Капитан Дрейк. Он, кстати, хотел капитана Дрейка. Мы его выбили уже. Причем неплохо. Практически сразу. Поехали дальше. Фараон. Ведьма. Еще одна ведьма. Варлок Лиди Лео, хрена себе. Ну давай, 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 давай. Череп. Друид. Так, Ара упал. Гарпия. Рину. Я не помню, Рину у него есть или нет. Сейчас посмотрим. Дед Мороз. Бигфут. Хера себе. Рину, Бигфут, Ара. Опять РТшка. Друид. Опять Дед Мороз. Так, смотрим, что у нас получилось. 14-15. Ну ладно. Придется добить все-таки. Делаем ход конем, как обычно. Сейчас попробуем маленький пак забрать. Так, что тут у нас? Заберем этот с Дрейком. Скин еще получит и на прокачку сразу. Может, повезет. Так, есть, забрали. Поехали. Раз, два, три. Сучка. Виталий. Давайте еще один маленький пак возьмем. Не помню, там 156, да, по-моему, было. А идеи должно хватить. Так, есть. Ну, он хотел Дрейка. Мы это сделали, мы сегодня сделали все мечты, кто что хотел. Так, есть, да, пробуем обратно. 450, 450. Да блин,
Не хочет. Не хочет, ребят. Не хочет, так не хочет. Все, не могу я просто бежать, уже поздно. Мне уже, честно говоря, и лень. Я запарился за сегодня. Забираем плюшки, которые есть. Так, хроники. Так, что у нас там на складе? Нету самика? Нет, нету. Не, все-таки надо добить. То как-то потом спать буду плохо. Та-та-та-та-та-та. Да, сегодня, конечно, веселый день был по роллингам. Запарился я немножко. Та-та-та-та-та-та-та-та. Ну давай, 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 быстрее. Немножко потеряли ему девственность, не так, как другим. Так, гильдия мастера. Первые места. Не знаю, почему они мастера. Босс 3, 21, 5, 21, 30 АФ. 12.00. Пропуск БГ. Кик. Так. Так, 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 так. Что там у нас? Берем еще пак. Ой, фу, блин, жарко. Запарился. Сегодня вы меня, конечно, задричили с этими роллингами. Все начали вместе писать. По возможности всех. Так, отлично. Побежали, добьем. Ведьма. Есть, наконец-то добили душек. Все. Отлично. События. Собрать. Коробочка есть. Арктика есть. Получить все. Забрали. Даже там Фрейя ничего так осколками пришло, да? 46 осколков Фрейи. Так. Открываем. Давайте паролим. Сначала вот так вот. Может, пятерочку какую-то достанем. Охренеть, ожог. Сразу же ожог. Так, Рино, Бигфут. Их тут, по-моему, нет. А, Дрейк у него есть уже даже. Да, ему повторка нужна была. И скин. Так, Рино даже есть. А вот Бигфута, кстати, не наблюдаю. Отлично. Побежали, открываем. Арктика. Окей. Бигфут. Окей. Так. Войти. Так, ожог, ожог, ожог. Так, что тут у Рину? Третья корка. Поменять, заменить. Поехали дальше. Корка. Арктика с разбросом. Вот это так повезло. Бигфут с грубой четвертой. Ничего так. Так, заменить. Так, окей, выбрать предмет. Бум, бастион. Бастион, 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 бастион. Так, малышник с бастом. Можно на Гаргула оставить, если он надумает. Я пока оставлю, пусть подумает. Вариант Гаргул, вариант Дрейк, вариант Бигфут. Вариантов очень много есть. Арктика уже с разбросом, отлично просто. Нормально. Либо ремочку потом поставит.
В принципе, все, ребят, вот такой вот у нас был опять очередной роллинг, последний уже на сегодня, я уже запарился. Сегодня наделал кучу трешечкового контента, надеюсь, вам понравится. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репостики. Всем пока.